yesterday Спасибо, about, about the four poles, that they are the beginot. But now he's really opening up this. Мы говорили о четырех стенах. And it's not clear why he take this position of the Sephirot, and also Yesod is missing. Could you open this up? Но непонятно, откуда появляется здесь Сефирот, потому что мне кажется, что отсутствует Сфера и Сод. Почему это так построено, что снизу так, а сверху так? Как правильно разделить эти вещи? Разделение строится из связи между свойствами человека, насколько он хочет связать их и направить на Творца. Тогда он начинает понимать, как они складываются, эти его свойства. Насколько они должны быть организованы для того, чтобы быть направленными на Творца. И все. Если он так старается, то он начинает видеть, где тут есть разные формы. Хохма, бина, дат, хесед, гура, тиферет, нецах, од, есод. Он начинает видеть, как эти свойства в нем соединяются для того, чтобы построить такое строение, в котором из этих свойств он начинает видеть, что находится внутри них. Потому что мы не постигаем свет, высший свет. Мы не постигаем Творца. Хотя он называется «Приди и увидь», Боре. Мы постигаем наши впечатления, наших желаний, насколько они впечатляются от того, что наполняет их. И когда они соединяются, наши свойства соединяются между собой, мы впечатляемся тем, как они соединены, воодушевлены. И от этого мы тогда понимаем, что якобы находится внутри них, и это раскрытие Творца.